Этот прекрасный день был дарован каждому из нас Богом. Так давайте будем сегодня петь, радоваться и веселиться в нем. Аминь. Давайте сделаем это все вместе. Ночи бывает, страх наполняет, но со мною ты. И на исходе моей надежды, моя сила ты. Недостоин я в моих глазах, но ты, как прежде, благ. Не сдаешься в битве за меня, не сдамся мне и я, не сдамся мне и я. Любовь твоя меня удержит крепко, вокруг она звучит раскатом эхо. В сезонах ты повторяешь мне обещания Бога, и непрестанно ты исполняешь все, что ты начал, Бог. Недостоин я в моих глазах, но ты, как прежде, благ. Не сдаешься, не сдаешься в битве за меня. Мне и я, не сдамся мне и любовь, я. Любовь твоя меня удержит крепко, вокруг она звучит раскатом эхо. Любовь твоя, любовь твоя меня удержит крепко, душа моя и вторит словно эхо. Дадим громкие аплодисменты нашему Богу. Он достоин всей чести и всей хвалы. Ты достоин, Боже. Аллилуйя. Отпуская все мечты мои, я полагаю их у ног твоих. И если в жизни ошибаюсь я, всех пар.
Мы знаем, что Он верный Бог. В Псалме 134 Давид говорит следующие слова, говоря о Боге. Он говорит: «Хвалите Господа, ибо Господь благ. Пойте имени Его, ибо это сладостно». Является прекрасным то, что сегодня мы можем находиться здесь и не просто славить людей, какие-то вещи, предметы, эмоции, чувства, но здесь, находясь, мы можем славить Творца Творцов. Мы можем славить Бога, того, который достоин чести. Я хотел бы, чтобы мы вместе сейчас кое-что сделали. Я скажу: «Господь благ», а вы ответите: «Все время». Я скажу: «Все время», а вы скажете: «Господь благ». Договорились? Господь благ. Все время. Господь благ. Все время. Все время. Господь благ. Слава Иисусу! Он благой Бог. Он достоин славы. Он Бог наш, Он благой. Я приглашаю вас, давайте в молитве сейчас прославим того, который является благим. Того, который любит нас, заботится о нас, благословляет нас. Отец, мы благодарим Тебя за то, что сегодня здесь. Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты благ по отношению к нам, по отношению к нашим детям, по отношению к нашим семьям. Благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты не оставляешь нас. Благодарю Тебя, Иисус, за план Твой относительно нашей жизни. Иисус, здесь мы, потому что Ты явил благость, милость по отношению к каждому из нас, и сегодня мы здесь. Не потому что мы лучше других или пришли к пониманию того, что Ты есть Господь, но Ты, Господь, явил благость Свою особым образом по отношению к нам. И я благодарю Тебя за то, что Ты избрал нас. Благодарю Тебя за то, что мы сегодня можем быть здесь. Можем петь Тебе, можем славить Тебя, можем поклоняться Тебе, можем превозносить Тебя, Господь. Ты достоин чести, Иисус. Нет подобного Тебя. И я благодарю Тебя за милость Твою. Благодарю Тебя за прощение. Благодарю Тебя за жизнь. Благодарю Тебя, Иисус, за искупление. Благодарю Тебя, Иисус, за то, что Ты освободил нас от греха, от зла. Дал нам божественные перспективы в жизни. Отец, да будет имя Твое возвеличено. Мы здесь для того, чтобы петь Тебе и славить Тебя, великий Господь. Слава.
славы. Он победитель, Он царь. Он достоин всего нашего поклонения. Я рад приветствовать вас сегодня в церкви Филадельфии. И я желаю, чтобы мы вместе поприветствовали наших гостей, всех тех, кто сегодня впервые в церкви Филадельфии. Мы рады и вам, мы рады тому, что вы избрали быть сегодня вместе с нами. Пусть Бог благословит вас. Я прошу вас сейчас повернитесь к рядом стоящим людям, сидящим справа, слева от вас. Подайте руку, скажите, я рад видеть тебя. Я желаю, чтобы Бог благословил тебя. И после того, как вы поздороваетесь рядом стоящим человеком, я прошу вас занять места, присаживайтесь, располагайтесь. Спасибо группе за время поклонения. На мониторе мы сможем просмотреть новости и информацию о церкви Филадельфии. Приветствуем вас! Мы рады тому, что вы сегодня здесь вместе с нами. Мы собрались, чтобы услышать следующую проповедь из серии «То, что имеет значение». Делайте заметки, записывайте то, что Бог вам открывает, и применяйте в жизни то, чему вас учит Бог через свое слово. Каждого из нас Бог наделил различными способностями и талантами, и поэтому мы приглашаем вас присоединиться к курсу личного развития в 12:30, чтобы узнать свои дары и начать их использовать. Искренний жест со стороны другого человека может в корне изменить чью-то жизнь. В четверг, 19 декабря, молодежь церкви и учащиеся Молдо-финского лицея организуют благотворительную ярмарку «Подари жизнь», которая предназначена для сбора средств в помощь 11-летней девочке Арине, у которой диагностировали лейкемию. Собранные от продажи вещей средства пойдут на лечение и покупку лекарств для Арины. Присоединяйтесь и вы к этому событию. Вместе мы можем спасти жизнь. В пятницу, 20 декабря, в 5 часов вечера, всех мальчиков и девочек ждем на незабываемом празднике Jesus Birthday Party. Всех-всех-всех, кто успел приобрести билеты, мы ожидаем с нетерпением. Абсолютно каждый пришедший ребенок сможет обменять свой билет на подарок от церкви Филадельфия. Сегодня каждый из вас может поучаствовать и внести свой вклад в покупку 550 подарков. Подарок стоит 105 леев, и это ничто в сравнении с тем, сколько радости можно подарить ребенку, который узнает о любви Иисуса. А 22 декабря ждем вас с вашими друзьями и родственниками и знакомыми на одном из собраний церкви для того, чтобы вместе отпраздновать уникальное событие в истории – подарок Бога людям – рождение Царя Иисуса Христа. На прошедшей неделе в рамках проекта «Обувь для Иисуса» более 30 пар обуви были подарены детям из малоимущих семей. Их радость и улыбки от полученных подарков невозможно передать словами. И мы очень хотим успеть посетить все запланированные семьи на следующей неделе. В прошлое воскресенье мы вместе молились о будущем двух молодых людей, Самуэле Райлян и Анны Голя, которые решили объединить свои жизни в одну и объявили о скорой свадьбе. Сегодня мы молимся о Руслане и Мариане, миссионерах в Центральной Азии. Во время учебы в лицее Мариана услышала призыв Бога к покаянию. Бог использовал для этого семью, в которой она жила на квартире. Далее она услышала призыв к служению, когда вовлеклась в различные краткосрочные евангелизационные проекты, организованные миссией ОМ в Румынии. На одном из проектов помощи людям улицы она познакомилась с Русланом. И в 2014 году они поженились. У них родилась дочь София Амина. Теперь они служат миссионерами и работают с подростками, молодежью и людьми улиц Центральной Азии. Руслан также является тренером двух футбольных команд, половина мальчиков которых растут без отцов. Будем молиться о том, чтобы благая весть достигла сердец этих ребят и их родителей, а также за единство церкви в той местности, за создание новой церкви в городе, в котором они служат. Не забудьте отключить ваши мобильные телефоны или перевести их в беззвучный режим. Уважаемые гости, в дальнейшем я приглашаю вас провести время в молитве, где каждый из нас может быть частью этого процесса изменения в духовном мире, в нашем материальном мире через эти молитвы. Мы как церковь молимся
в единстве молимся вместе о нуждах определенных людей. Мы молимся о нуждах нашей церкви, и также мы молимся о личных нуждах. Но сейчас, на данный момент, мы будем молиться только об общих нуждах. О ваших личных нуждах мы можем помолиться по завершению собрания, когда наши лидеры выйдут сюда, и каждый индивидуально сможет подойти, сообщить свою личную проблему, личную нужду, и тогда мы помолимся за каждого индивидуально. А сейчас мы будем молиться о наших миссионерах, мы будем молиться об этих людях, которые уехали в Центральную Азию, Руслан, его семья, чтобы Бог благословил их, чтобы дал живое слово, чтобы через дела этой семьи люди могли узнать Иисуса Христа. Аминь. И также будем молиться об исцелении людей. Будем молиться о Нику, Елене, о Пую Спиридуш, о Яне. Будем молиться, чтобы Бог благословил и укрепил их и дал им здоровье. Дал здоровье для того, чтобы они могли служить дальше. Я звонил, узнавал о состоянии здоровья нашего брата, пастыря из севера Молдавии. Он уже приехал домой, после операции восстанавливается, пытается уже проповедовать в микрофон, и продолжим молиться, чтобы Бог благословил его в этом восстановлении. Давайте поднимемся и в этой молитве принесем перед Богом эти нужды, попросим, чтобы Он благословил, восстановил и дал разрешение этих проблем. Великий наш Господь, мы благодарны Тебе, что можем обращаться к Тебе и ожидать от Тебя, Господь мой, помощь. Прошу, Господь мой, об этих нуждах, которые были озвучены. Мы просим о миссионерах, об этой семье Руслана, которые трудятся для того, чтобы принести, Господь мой, эту благую весть людям, которые не знают Тебя. Прошу, Господь мой, в той стране, где он находится, в тех ситуациях, в которых он оказывается, среди тех людей, среди которых он являет своими делами, Господь мой, свет Твой, благослови его в этом. Для того, чтобы, Господь мой, через их жизнь люди могли узнать Тебя, великого и живого Бога, который изменяет сердца, дарует новую жизнь, Господь. Прошу, благослови их на это великое служение. Также просим о том, чтобы Ты исцелил, Господь мой, тех, о которых мы молимся регулярно, постоянно всей церковью. Прошу, восстанови их в этой болезни. Прошу, благослови и поддержи их духовно, Господь, для того, чтобы они могли, Господь мой, в этих трудных ситуациях не опустить руки, но, подняв их, прославить Тебя, великого Бога. Бога, поддержи, Господь, восстанови тела их для того, чтобы прославилось Твое имя, великий Господь. Прибудь с нами дальше, великий наш Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Пусть Бог благословит вас. Займите ваши места в зале. И давайте теперь мы вместе заполним формуляр коммуникации, который каждый из нас получил при входе в этот зал. На лицевой стороне я прошу вас, запишите вашу фамилию, имя, отчество и справа отметьте ту категорию, к которой вы себя относите. Если вы наш гость и сегодня пришли к нам в первый или во второй раз, мы просим вас сообщить нам об этом. Мы как церковь желаем вам, нашим дорогим гостям, выразить наше особое уважение. И не только на словах, но желаем по почте вам выслать наш фирменный подарок. Для этого вы можете оставить необходимые данные чуть ниже на этой стороне формуляра, для того, чтобы этот подарок смог успешно прийти по почте к вам домой. Если вы желаете быть в курсе событий нашей церкви, вы можете выбрать один из способов сообщения этой информации, оставить необходимые контактные данные, и таким образом вы будете включены в рассылку нашей церкви. Если вы завершили
записывать эту информацию в формуляре, вы можете его отложить в сторону. После презентации мы вернемся и отметим те решения, которые мы примем в результате того, что Бог будет говорить нам через пастора Андрея. Меня зовут Короткий Андрей, являюсь исполнительным пастором Церкви Филадельфии, ответственным за русские служения. Приветствуем тех, кто с нами онлайн, составные части Церкви, Прункл, Русская, Дорская, тех, кто присоединился к нам. Сегодня второе воскресенье, в которое мы говорим на тему «То, что имеет значение». И в прошлое воскресенье мы говорили о том, что нашу жизнь наполняют много вещей. И есть вещи, которые не имеют той ценности, которой мы их ценим. Порой мы держимся за эти вещи. Более того, мы вкладываем наше время, наши ресурсы, мы делаем все для того, чтобы как-то преуспеть в этих вещах, когда в результате через какое-то время мы понимаем, что они не имели того значения, которого мы придавали им. И есть, и напротив, есть вещи, которыми люди игнорируют. Есть те практики, те дела божественные, которые Бог определяет для человека, и люди не рассматривают их как важными, они не рассматривают как то, что имеет значение в их жизни. Но на самом деле они являются очень важными, более того, для тех, для нас, которые находимся в церкви и ищем приблизиться к Богу, ищем познать больше Бога, ищем исполнить волю Божью. Как важно является правильным расставить приоритеты. И Иисус сказал о том, чтобы человек прежде всего искал Царство Божьего, искал того, о чем говорит Бог, искал того, чего ожидает от человека Бог. И тогда, когда человек с своей стороны, он ищет то, что имеет значение с перспективы Божьей, не с перспективы людей, мира, знакомых, друзей, соседей, семьи, не с твоего понимания, не из того, чему тебя научили в школе, но из перспективы Христа. Тогда, когда ты стремишься к тому, что имеет значение, Иисус говорит о том, что ты преуспеешь, ты будешь благословен в небесных, в духовной части жизни своей, в духовных вещах, а также повседневной материальной жизни. Если же напротив, мы ищем материального. В результате мы видим людей, которые являются вроде бы самодостаточными людьми, которые имеют материальный успех, у которых есть имущество. И ты видишь этих людей, которые несчастны. Ты видишь этих людей, которые не радуются тому, тем материальным вещам, которые у них есть. Почему? Потому что тот, который приносит настоящее счастье, радость, это Бог. Тогда, когда ты встречаешься с Ним, тогда, когда ты стремишься познать Его, исполнять Его волю, тем самым ты благословен им, тем самым в том, что ты делаешь, ты видишь успех, ты видишь, имеешь определенное понимание. В прошлое воскресенье мы начали, и мы говорили на первую тему, то, что имеет значение, это водное крещение. И мы говорили о мифах, которые существуют, бытуют в нашем народе, в общем, в разуме людей. Тогда, когда общаешься с людьми и говоришь о водном крещении, есть разные толки, разные понимания. Каждый из нас знает, что такое водное крещение. Это полное погружение человека в воду. Тем самым, когда человек погружается в воду, символизирует смерть для греховной прошлой жизни. А когда восстает, символизирует воскресение и жизнь для Христа. Для нас не чуждо слово «водное крещение», «крещение». Почему мы живем в таком контексте, где многие из нас были крещены когда? В детстве. И многие из нас схватились за это крещение, и настолько они утвердились в этом крещении, что все остальное для них не имеет значения. И в прошлое воскресенье в связи с этим мы говорили о тех мифах, которые бытуют. Один из мифов, мы говорили о том, чтобы угодить Богу, креститься не обязательно. Слышали об этом? Есть люди, которые говорят, зачем мне креститься? Я прихожу в церковь, и я поклоняюсь вместе с людьми, я молюсь, я здесь с вами, я верю в Иисуса, зачем мне принимать крещение? Ведь все, что нужно для того, чтобы быть спасенным, это вера.
Но вера в действие, она ведет тебя к следующим шагам, к следующим действиям, к следующим практикам жизни твоей. Необходимо креститься. И Иисус, тогда, когда пришел к Иордану, и Иоанн, мы говорили, удерживал Иисуса, и говорит Иисусу: «Иисус, не тебе нужно креститься, а мне», Иоанн говорит, «от тебя нужно креститься». Иисус говорит Иоанну: «Иоанн, позволь совершить волю Божью, позволь, чтобы совершилась всякая правда». Иоанн, это необходимо сделать. Крещение – неотъемлемая часть верующего человека, который уверовал в Иисуса. Второй миф, о котором мы говорили в прошлое воскресенье, о том, что креститься во второй раз нельзя. В Священном Писании, в книге Библии, в Слове Божьем мы находим историю, когда апостол Павел встретил в Ефесе людей, которые крестились. И Павел спрашивает: «Вы приняли крещение, вы еще толком не разобрались, не уверовали в Иисуса, но вы приняли крещение». И тогда Павел спрашивает: «Во что же вы крестились?» То есть, что было вашим основанием для принятия водного крещения? И они отвечают: «Мы крестились во Иоанново крещение». Иоанн Креститель при Иордане призывал людей креститься, и мы крестились. И тогда Павел говорит о том, что вам необходимо креститься во имя Господа Иисуса. И он перекрещивает их. Он преподает им крещение дважды во второй раз. И об этом написано в Библии, в священной книге Писания, в Слове Божьем. Написано об этом, что люди крестились дважды. Креститься дважды не является грехом. Более того, если человек принимал водное крещение, ему преподали водное крещение в то время, когда он был в несознательном возрасте, неспособным самостоятельно принимать решения. Тогда, когда он принимал крещение за компанию или под влиянием кого-то, это не было чем-то твердым, основательным, это не было плодом, результатом его веры, в этом контексте необходимо, чтобы человек, принявший твердое решение, крестился вновь, по примеру, который мы находим в священной книге Библии. Третий миф, о котором мы говорили в прошлое воскресенье, и люди говорят об этом, они говорят: «Я всегда успею креститься в жизни». Слышали об этом? Но никто из нас не может гарантировать о том, что у нас есть завтрашний день, следующая неделя, есть следующий год. Если бы жизнь была во власти человека, мы могли бы тогда руководствоваться этим мифом. Но Библия говорит нам, что сегодня, пока есть время, пока есть возможность, пока ты что-то можешь делать, это у тебя есть настоящее, сейчас, вот сейчас нужно что-то делать. Почему? Потому что потом мы хотим, мы желаем, мы думаем, мы планируем, мы как-то смотрим, и мы думаем, что все будет так же, все пойдет, все будет так же, как у других, и жизнь будет развиваться таким же путем, все будет происходить идентично, как происходило в жизни родителей, как это происходило в жизни знакомых, как это происходило до сих пор, но никто из нас не может гарантировать о том, что произойдет до вечера. Мы не знаем. Ни в нашей власти, не дано человеку ни жизнь, ни смерть. Все это власти Бога. Бог определяет, сколько дано человеку жить здесь, на этой земле. И столько времени, пока есть сегодня, пока есть сейчас, тебе не нужно медлить, но нужно спешить к тому, чтобы осуществить волю Божью или сделать то, что имеет значение. Четвертый миф, о котором мы говорили в прошлое воскресенье. И есть люди, которые говорят: «Я не крещусь, потому что у меня ничего не получится». Они говорят о том, что зачем мне креститься, если я не смогу жить по-христиански, не смогу жить так, как верующий человек, если я продолжу пить, курить, ругаться, ссориться, в каких-то ситуациях не смогу справляться, я не хочу чего-то обещать, чего я не буду придерживаться, с чем я не справлюсь, если ты крепко веришь в Бога. Бог тот, который поможет тебе жить для Него. И мы читали из Священного Писания те отрывки, те стихи, где Бог дает нам силы Духом Святым. Без Бога, без Христа мы не способны любить даже. Мы не способны. Никакие учреждения, ни воля, ни многие другие вещи, ни характер, ни сила человека не способен человек самостоятельно что-то менять, как-то двигаться в сторону положительных вещей. Тот, кто помогает человеку, это Бог. Бог дает нам силы, и тот, который привел тебя к пониманию истины.
Тот, кто привел тебя к вере, Он поможет тебе и жить для Него. Поэтому это не должно быть отговоркой в жизни твоей. Сегодня я хотел бы говорить о следующем, и именно так я назвал сегодняшнюю тему «Причины для того, чтобы принять водное крещение». Мы ищем причины того, чтобы не принять водное крещение. Мы ищем отговорки. Мы говорим о том, что вот я не хочу принять водное крещение, и мы начинаем перечислять первое, второе, третье, четвертое. Но я хотел бы сегодня рассмотреть, почему все же мы должны принять водное крещение. Правда заключается в том, что Иисус Христос крестился Иоанна и заповедовал своим ученикам крестить всех для прощения грехов. Об этом мы находим в Священном Писании. Во-первых, почему сегодня необходимо, одна из причин, почему сегодня необходимо принять водное крещение в зрелом возрасте, заключается в том, что это повеление или заповедь Иисуса. Это не выбор, это хочу, не хочу, не обсуждается, если ты веришь в Иисуса. Твоя вера, твои отношения с Богом, они ведут тебя. Если ты любишь, давайте мы рассмотрим следующее. Парень любит девушку, девушка любит парня. Их отношения куда они должны вести? К созданию чего? Семьи. И когда ты говоришь парню, слушай, девушка говорит парню, пойдем в ЗАГС, распишемся, будем семьей, будем нормальными людьми. И он говорит, я тебя так сильно люблю, но вот я этого не сделаю. Как вот понять эти вещи? Это же не, они же несовместимы, они же не вмещаются в понимание человека. Точно так же происходит с верующими людьми. Если ты веришь в Иисуса, почему же ты не крестишься? Что препятствует тебе? Крещение взаимосвязано с верою человека. Является повелением, и Иисус повелел или заповедовал Иисус ученикам своим, чтобы они крестились. В Евангелии от Матфея в 28 главе 19 стихом. После воскресения своего Иисус является 12 апостолом, является ученикам своим и говорит следующие слова. Он говорит им так, идите и что сделайте? Научите все народы, дальше, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. Смотрите, как оно идет все по очередности. Во-первых, что необходимо сделать? Возможно чему-то научить ребенка? Невозможно. Можно научить его ходить, кушать, элементарным вещам, но научить принципам, слову, истинам Христа, ну, в зависимости в каком он возрасте и смотря на каком уровне. Но когда мы говорим о народах, когда мы говорим о повелении Иисуса Христа, речь идет о зрелых людях. Речь идет о людях, которые способны вместить слово, которые способны верить Слову Божьему. И люди, которые научены, люди, которые слышат Слово, люди, которые верят в Иисуса, Иисус говорит о том, что они должны быть крещены. Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. Это повеление оставлено Иисусом Христом, апостолам, ученикам. Так поступали апостолы в свое время. Это первый шаг послушания Христу. Это учение не только Иисуса Христа, принятие водное крещение, но также является учением апостолов. В книге Деяния во 2 главе 38 стихом мы читаем слова в Слове Божьем, отрывок из проповеди Петра. Петр проповедовал людям. Люди спросили Петра, Петр, мы поняли Слово, мы поняли, что Иисус есть Господь. Петр, мы поняли, что Иисус пришел на землю, человек грешен, очень грешен, и если не покается в своих грехах, его ждет погибель. И тот, кто пришел и заплатил за грехи человека, это Иисус. Они поняли проповедь Петра. И они спрашивают Петра, Петр, что нам делать? Очень правильный вопрос. Вместо того, чтобы сегодня как-то донести истину, донести Евангелие, донести, помочь человеку вместить Слово Божье. Хочется, чтобы человек, он был открыт в сердце своем, в разуме, он искал, он жаждал, и совершенно по-другому общаешься с человеком, который открыт для того, чтобы слушать тебя, который открыт для того, чтобы принимать то, что ты говоришь ему. Тогда, когда Петр говорил, будучи
исполнен Духом Святым, сердца людей были открыты. Они что-то видели, они понимали. События, происшедшие в Иерусалиме, были свежи в их разуме, в их понимании. Они слышали о Иисусе. Они слышали о том, что Он был распят. Они слышали о тех событиях, которые произошли в их дни. И вот здесь Петр в контексте всего того, что они слышали, он говорит им проповедь. Он говорит им о Иисусе. Говорит о том, что в Иисусе есть спасение, в Иисусе есть прощение грехов людей. И они приходят к пониманию того, что нужно что-то делать. Мы поняли, что делать. И Петр говорит им, Петр сказал им, покайтесь, да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа. Все очень просто. Во-первых, необходимо покаяние. Но для того, чтобы человек смог покаяться, необходимо верить в Иисуса. Вера, покаяние взаимосвязаны. И здесь Петр говорит, необходимо покаяться в грехах своих. И все мы грешники. В той или иной мере все мы грешники. Есть вещи, в которых нам необходимо покаяться пред Богом, просить прощения, просить, чтобы Иисус простил нас. И веря в Иисуса, покаявшись Иисуса, приближаясь к Иисусу, естественно, следующий шаг, который должен сделать человек, это принять водное крещение. Здесь Петр говорит, кто должен креститься? Да крестится кто? Каждый из вас. Это не выборочно, хочу, не хочу. Одному, для одних, для других, для третьих. Это является неотъемлемой частью верующего человека. Во-вторых, вторая причина, почему необходимо сегодня принять водное крещение. Имею в виду, что в ближайшее время или в настоящем. Вторая причина является, принятие водного крещения является картиной, во что ты веришь. В связи с этим есть интересная история в Священном Писании, в книге «Деяния апостолов». Речь идет о человеке, ученике Иисуса по имени Филипп, которому Господь сказал о том, чтобы он встретился, остановил евнуха, который направлялся с Иерусалима в Газу, обратно к себе домой. Этот евнух, этот человек, который на колеснице своей, он был в Иерусалиме, поклонялся Господу в своем понимании по обычаям иудеев. И вот он направлялся домой, читая книгу пророка Исаии. Там в тех свитках, рассматривая то, что было сказано о Иисусе, те пророчества, которые были изречены о Иисусе, читая, он не понимал, что он читает. И Бог говорит Филиппу: Филипп, этому человеку, этому евнуху нужно спасение, ему нужно крещение, ему нужен человек, который мог бы истолковать то, что он читает. Он делает какие-то попытки с своей стороны, чтобы приблизиться к Богу, приблизиться ко мне, но нет человека, который смог бы объяснить ему. И рассматривая эту ситуацию, мы читаем книгу Деяния апостола, 8 главу с 31 по 38 стих. Он сказал, евнух, Филипп спрашивает евнуха, понимаешь, что читаешь? Он сказал, как могу разуметь, если кто не наставит меня, и просил Филиппа взойти и сесть с ним. Как важно, чтобы были люди, которые могли бы подсказать, наставить. Вот почему мы приходим на это место. Вот почему мы посещаем группы ученичества. Для того, чтобы задать вопросы, для того, чтобы получить ответ, для того, чтобы научиться понимать Слово Божье. И есть люди, которые пришли не просто уровень ноль, но минус ноль. То есть люди, которые были очень далекими от всего того, что связано с церковью, с Священным Писанием, с Иисусом, с Богом. Просто они были очень далеки от всего этого. Хотя, что вроде бы элементарных вещей, живут в церкви, живут в стране, где доминирует православная церковь, и есть какое-то понимание о Христе, о Боге. Но есть люди, которые прожили жизнь в преклонных годах, но они не понимали Священного Писания. И находясь в группе ученичества, там, при участии лидера, задавая вопросы, вместе читая Библию по одной главе в день, размышляя, вникая, люди приходят и свидетельствуют, и они говорят, спасибо вам, я там на группе научился понимать Священное Писание. Я помню в свое время, я брал несколько раз Библию, это до 20 лет, возможно, и у вас были подобные истории. Я открывал Ветхий Завет, и как я доходил до родословной, я откладывал в сторону, потому что я просто путался, да, о сотворении, я понял сотворение, а там дальше уже пошло родословие. Отложил, открыл Новый Завет, думаю, ну там я точно пойму, все же как-то ближе к нам. И там
Авраам родил, Исаака, Исаак родил, Якова, Яков родил. Я немножко вообще запутался, как это мужчины рожают. То есть что-то вообще непонятно. Я отложил в сторону. Потом уже со временем, при участии верующих людей, где они подсказали, слушай, от Авраама, Исаака, от Исаака, Яков, от Якова, все, я понял, родословие, то есть от, по мужчинам бралось. И люди, которые были рядом, люди, которые объясняли, вот важно почему быть в группе ученичества, важно приходить в церковь, важно быть с открытым сердцем, спрашивать, задавать вопросы. И вот человек, который, евнух, который интересовался, его интересовало спасение, его интересовало все то, что связано с Богом, но не было человека, когда Бог видит, что ты делаешь какие-то попытки своей стороны навстречу к Нему, Он обязательно пошлет человека, Он обязательно ответит, Он обязательно поможет, когда Он видит, что ты пытаешься приблизиться к Нему. Когда человек искренне хочет познать Бога, Бог не оставит его. Проблема заключается в том, когда люди соглашаются с тем, в чем они находятся. Проблема заключается в том, когда люди не хотят чего-то больше. Проблема заключается в том, когда люди принимают как традицию, как обычаи, как что-то, как одну из составных частей его жизни. Это серьезная проблема. Но когда есть интерес, когда есть желание, когда ты ищешь докопаться до сути, до истины, Бог непременно пошлет человека, не пошлет ангелов своих, Он даст тебе понимание, Он даст ясность, Он не оставит тебя во тьме, Он выведет тебя к свету. Филипп, который был послан Богом для того, чтобы истолковать евнуху о том, о чем он читал. Если кто не наставит меня, как я смогу понять? Евнух понимает этого. Просил Филиппа взойти и сесть с ним. А место из Писания, которое он читал, было сие. Он читал книгу пророка Исаии. Как овца веден был он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так он не отверзает уст своих, в уничижении его суд его совершился. Но род его кто разъяснит, ибо вземлится от земли жизнь его. Евнух же сказал Филиппу, прошу тебя сказать, о ком пророк говорит это? О себе или о другом? Филипп отверз уста свои и, начав от всего Писания, что делал? Благовествовал ему об Иисусе. Сегодня нужно проповедовать об Иисусе, говорить о Иисусе, говорить Евангелие, говорить Слово, говорить людям о Иисусе, о том, который спасает, о том, который меняет жизни людей. Люди сегодня нуждаются в Иисусе. Вроде бы кажется, что они слышали, но они не знают Иисуса. И Филипп начал говорить о Иисусе, о том, который умер, о том, который воскрес, о том, в котором есть прощение, освобождение, жизнь. Он начал благовествовать ему об Иисусе. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде. И евнух сказал, вот вода, евнух, взрослый, здоровый человек. Евнух говорит Филиппу, Филипп, вот вода, что препятствует мне, что? Креститься. То есть, из какого-то времени, проведенного вместе с Филиппом, евнух вместе с Филиппом в колеснице, дорогою, столько времени, сколько Филипп, взявший текст из книги пророка Исаии, где четко и явно говорится о Христе, о смерти, о том, что произойдет в дальнейшем с Иисусом, евнух понял, что ему нужно принять водное крещение. И сразу же спрашивает, как интересно то, что не нужно было его убеждать. Не нужно было, ну давай, крестись, ну вот, 26 января будет крещение, кто еще, давайте, пожалуйста. Его не упрашивали, его не просили, его не убеждали. Он сам спрашивает, как в одни апостолов мы читаем, в те дни, когда Петр проповедовал, и люди спрашивали, что делать нам. Здесь евнух спрашивает Филиппа, Филипп, можно ли мне креститься? Что препятствует мне креститься? Что мешает мне? Филипп же сказал ему, если, что делаешь? Веруешь от всего сердца, тогда что? Можно. Условие для принятия крещения какое? Вера. Способен ребенок верить? Скажите мне. Мы живем в стране, где столько обычаев и традиций. Кошка прошла, бабушка с ветром прокрутилась. Люди, давайте будем зрелыми, взрослыми людьми умом. У нас есть Библия, она доступна каждому из нас, оставлена Богом для нас, людей. Мы не живем ни в темный период истории, ни в то время, когда одни имели Священное Писание и трактовали так, как им нравилось.
Мы живем в свободное время, у каждого из нас есть Библия. Возьмите Библию, вы нигде не найдете, чтобы было сказано о крещении детей. Ни одного из мест в Священном Писании. Иисус принимал крещение когда? Ребенком, да? Нет, это вы говорите, что нет. 30 лет. Приблизительно в 30 лет Иисус принимал водное крещение. Апостолы, когда они крестились? Они крестились в зрелом возрасте. Тогда, когда Иисус призвал их на служение. Читая дальше Священное Писание, мы видим, что люди, которые были способны к чему? К вере, они были крещены. Единственное условие для принятия водное крещение. Почему сегодня необходимо принять водное крещение? Крещение – это заявление о твоей вере, о том, что ты веришь в Иисуса. Это твое убеждение, это часть твоей веры, это часть твоей жизни. Филипп же сказал ему, если веруешь, как? Абы как? Если, ну, так принял, так где-то ты понимаешь, если веришь от чего? От всего сердца. Если от всего сердца ты веришь, можно. Если от всего сердца веришь, можно, можно евнух креститься. Он сказал в ответ, верую, что Иисус Христос есть кто? Сын Божий. Твердое заявление. Я верю в то, что Иисус Христос есть Сын Божий. И тогда евнух приказал остановить колесницу. Они сошли оба куда? В воду. Филипп и евнух. И крестил его Филипп, евнуха. Когда же они вышли из воды, Дух Святой сошел на евнуха, а Филиппа восхитил ангел Господень, и евнух уже не видел его и продолжал путь свой как? Радуясь. Посмотрите, какие вещи происходят тогда, когда человек искренне посвящает свою жизнь Иисусу и ищет жить по воле Иисуса. Он не сомневается, он ищет это. Знаете, думая поделиться своим свидетельством, как я пришел к тому, чтобы принять водное крещение. Я обратился к Богу искренне в возрасте 20 лет. До 20 лет бабушка учила молитве «Отче наш». Я слышал что-то о Боге. Да, распятие на перекрестках, на Пасху. Бабушка брала в ту ночь, в субботу, на воскресенье, брала ближе к утру, для того, чтобы пришли, посвятили, как бы все сделали. Мы утром приходили, как бы было какое-то понимание, но это не было чем-то настоящим. Тогда, когда были трудности, где-то крестик сожмешь в кулаке и думаешь, вот Господи, помоги. Но это не было живым, это не было таким, не было частью. 20 лет я искал больше сути, смысла жизни. И когда я встретился с Иисусом, искренне я пережил Его прощение, изменения в жизни своей. Тогда я просто искал. Более того, я вам скажу, тогда, когда 20 лет назад, когда преподавали водное крещение тем, кто уверовал в Иисуса, не так, как давайте, будем креститься. Там экзамены люди сдавали, серьезно. Они изучали конкретным образом Библию, а потом сдавали экзамены. И ты переживал, сдашь ты этот экзамен или не сдашь этот экзамен. И я прошел все курсы, где только можно было, домашние группы, курс. Я искал, я хотел принять водное крещение. То есть это я не представлял себе, как не принять водное крещение. У меня не вставал вопрос, меня бабушка с мамой крестили или кто-то в детстве. То есть все то, что было в детстве, это было не моим, это не было моим, это было неосознанным. Это было их родители, их желание, но не мое это было. Потому что после этого последовали другие вещи в жизни, неправильные, нехорошие, в которых я должен был покаяться и принять решение посвятить свою жизнь Иисусу и следовать за Ним. Является важным, чтобы ты мог верить в Иисуса. Если ты не веришь в Иисуса, есть люди, которые заявляют, они атеисты, они наполняют тюрьмы, дома престарелых, нет веры, но они крещены. Они говорят, я верующий. Откуда? А как? Необходимо, чтобы ты уверовал в Иисуса искренне. Принял водное крещение, и это произведет глубокую радость в твоей жизни. Я не сожалею ни в одном дне. С того дня, как я познал Иисуса. И я просто удивляюсь, и я благодарен Иисусу. Пришел мир, пришла радость, пришло спокойствие. Есть трудности, но это не те трудности. Я знаю, до 20 лет жизнь без Иисуса. Когда в доме инвалид, когда врачи говорят, забирайте ребенка домой, потому что он жить не будет, когда отец выпивает, и когда есть эти ситуации в жизни, когда ты в свои годы пробуешь одно, другое, третье, четвертое, с друзьями, и ты задаешься вопросом, что дальше, куда дальше. И ты говоришь, ну верующие мы. Давайте сегодня рассмотрим, какие верующие мы. Номинальные, только говорим о том, что верующий. Есть ли убеждение, есть ли вера на самом деле, которая ведет тебя к желанию, которая побуждает тебя к тому, чтобы исполнить волю Христа, исполнить Его волю?
Евнух, который принял водное крещение, он был радостный, он радовался. Все, кто уверовали от всего сердца, они просили крещения. Их не нужно было убеждать. Их не нужно было как-то тянуть. Они хотели, они просили. Сегодня нужно рассмотри, насколько ты веришь в Иисуса. Является ли Иисус приоритетом? Является ли Он в центре твоей жизни? Или же Он занимает какое-то второе, третье место в твоей жизни? Или так, между прочим? Нужен Иисус, потому что с Ним хорошо, потому что там верующие, они как-то помогают, как-то... То есть чем ты мотивируешь? Мотивируем жизнью, спасением, будущим, вечностью? Или ты мотивирован второстепенными вещами? Вещами, которые на самом деле не имеют никакого значения. Третья причина, почему сегодня необходимо тебе принять крещение. В ближайшее время необходимо принять водное крещение. Это ваше публичное что? Заявление. Публичное заявление миру, что вы не стыдитесь Иисуса. Оставляете вашу прошлую жизнь и будете жить для Него, для Иисуса. Евангелие от Матфея в 10 главе 32 и в 33 стихе мы читаем слова Иисуса. Итак, «Всякого, кто исповедует Меня, говорит Иисус, пред людьми, того, что сделает Иисус для такого человека, исповедую я пред Отцом Моим Небесным». Что происходит во время крещения? Публичное исповедание. Когда это публично происходит, человек, он исповедует. Он свидетельствует, он не стыдится. Я это делаю во имя Иисуса, ради Иисуса, потому что люблю Иисуса, верю в Иисуса и хочу быть с Иисусом. И пусть об этом знают все, мне не стыдно. Иисус говорит, тогда, когда это происходит, тогда, когда человек так поступает, и я таким же образом поступлю по отношению к нему, пред Отцом Своим Небесным, я исповедую его. Итак, всякого, кто исповедует меня пред людьми, того исповедую и я пред Отцом Моим Небесным, говорит Иисус. И напротив, происходит следующее. А почему не принимаешь водное крещение? Как в тот бассейн, вода холодная, теплая, а вытащат меня с воды, а не вытащат, а мне стыдно. А... Думаешь, слушай, ну, как бы вы не первый и не последний. Поэтому переживать не нужно, обязательно вытащим. Ничего, все в этом плане административном, не переживайте. Любите Иисуса, верьте в Иисуса и делайте... Вещи, которые стоят, важные вещи. Иисус говорит, кто отречется от Меня? Пред кем? Пред людьми? Что сделает Иисус по отношению к этому человеку? Иисус говорит, отрекусь от того, и я пред Отцом Моим Небесным. Крещение – это публичное заявление о своей вере. Посредством крещения ты свидетельствуешь о своей любви к Иисусу, свидетельствуешь о Иисусе. В-четвертое, почему необходимо сегодня принять тебе водное крещение? Посредством водного крещения, смотрите, что происходит. Вхождение в церковь. Вхождение в церковь. Деяния апостола, 2 глава, 41 стих. Возвращаемся, откуда начали проповедь сегодняшнюю. Итак, охотно принявшие слово его, да, те, которые задавали вопрос, что делать, Петр? Они сделали то, что сказал Петр. Вот они охотно, да, смотрите, не просто, они охотно приняли слово. Дальше что они сделали? Крестились. И дальше что они сделали? Присоединились. Куда они присоединились? Они присоединились к церкви. Иисус придет за церковью своей. Он придет за теми, которые живут по принципам Его, которые же исполняют волю Его. Более того, читая послание апостола Павла, где апостол Павел немножко тяжелым языком и предоставляет более твердую пищу. Да, Павел учит, что водное крещение – это духовное обрезание, когда мы становимся частью христианского общества. В ветхие времена обрезание давало человеку право войти в еврейское общество. В ветхие времена до Христа. И из язычников, те, которые хотели присоединиться к еврейскому обществу, они должны были обрезаться. В Новом Завете водное крещение – это момент вхождения в церковь. Павел говорит, в нем вы обрезаны обрезанием каким? Нерукотворным, без участия людей. Совлеченным греховного тела, плоти обрезанием Христовым, быв погребены с Ним во что? В крещение. В Нем вы и совоскресли, веруя в силу Бога, который воскресил Его из мертвых. Я не хотел бы много останавливаться на этом тексте Писания. Все то, что я хотел бы подчеркнуть, это то, что посредством водного крещения мы вступаем, мы становимся частью Божьей семьи. Мы входим в состав Церкви Иисуса Христа, не в состав здания. Потому что в здании находимся все. Но церковь это не материальное, это духовное. Это живой организм, это тело Христа.
Я хотел бы повторить то, о чем сегодня говорил. Почему сегодня необходимо тебе принять водное крещение? Во-первых, это что? Заповеди Иисуса. Во-вторых, это то, во что ты веришь. В-третьих, это публичное заявление. В-четвертых, вхождение в церковь. Следующие шаги, решение. Прими решение. Прими решение. Если ты сегодня подобно тем людям спрашиваешь, что мне делать, прими решение сегодня посвятить свою жизнь Богу и принять водное крещение, которое будет проходить 26 января. Следующее решение. Мы организовываем праздник, рождественский праздник для детей, который будет проходить 20 декабря в 17:00. Для этого необходимо было купить билеты. На этом празднике людям будут разданы подарки, и мы, как верующие люди, участвуем в приготовлении этих подарков. Не берем деньги на стороне или кто-то как-то. Мы жертвуем из того, что мы жертвуем, из того, чем мы участвуем, мы приготавливаем для детей подарки. Поэтому мы не просим денег у людей в церкви Филадельфии. Ты ничем не обязан, но если ты желаешь принять участие, ты свободен, ты вправе это сделать. Прими решение пожертвовать на проект Jesus Birthday Party сумму в размере, впиши какую сумму в своем формуляре, формуляр с обратной стороны. И если ты хочешь пожертвовать что-то для этого события, ты можешь это сделать. Также мы слышали о проекте «Подари жизнь». Мы продаем и покупаем, чтобы помочь и подарить жизнь Арине. 19 декабря в 18:30 будет организована ярмарка. Здесь, в церкви Филадельфии, студенты, ученики из нашего христианского лицея, молодежь церкви, они приготовят, они купят, они принесут различные вещи. Они не просто поставят цену, они поставят двойную цену на то, что они приобретут, для чего, на то, что они будут продавать. Для чего? Для того, чтобы мы, покупая, могли тем самым собрать необходимую сумму денег для того, чтобы предоставить хорошее питание, для того, чтобы предоставить необходимое лечение, для того, чтобы поучаствовать и подарить Арине жизнь. Она больна лейкемией, и мы, как верующие люди, мы расположены, открыты и готовы участвовать в этом. Также я хотел бы поделиться с вами о том, тем, что на прошлой неделе была раздана детям обувь. Проект «Обувь для Иисуса», о котором мы говорили, на что мы жертвовали, это более сотни пар обуви. На прошлой неделе мы раздавали детям. Детям из малоимущих семей. Здесь несколько фотографий, которые вы видите. Это дети. Мамы не было дома. Мама уходит утром, приходит вечером. Они сами в течение дня. Тогда, когда пришли к ним для того, чтобы дать им обувь, они не были рады тому, что им дают обувь. И мы поняли, что они голодны. Они еще ничего не ели сегодня. Пошли в магазин, купили еду. И они просто ели с ненасытимостью ту пищу, которая им была предоставлена. То есть люди, дети, которые находятся в нелегкой ситуации. И они есть в нашей стране. Да, есть другие семьи, которым была предоставлена. Здесь всего лишь несколько фотографий, которые вы можете увидеть. Да, мы благодарим Иисуса за то, что Господь расположил ваши сердца, и вместе мы могли оказать помощь нуждающимся детям, оказать помощь в обуви. Я хотел бы объявить о том, что совсем немного, и мы будем праздновать праздник Рождества здесь, в церкви Филадельфии. 20 декабря будет праздник для детей. 21 в субботу в 16:00 мы начнем рождественский праздник для тех, кто посещает служение в субботу. Продолжим 22-го, мы будем праздновать 22-го в следующее воскресенье на этом месте. Прекрасный праздник рождения Господа Иисуса Христа. Приходите. Приглашайте соседей, друзей, знакомых, участвуйте вместе с нами в этом рождественском празднике. Проповедь, сегодняшнее служение вы можете просмотреть по ссылке, которая сейчас на мониторе. И я прошу вас, давайте мы возьмем формуляры, те решения, которые вы приняли, которые вы отметили в формуляре. Да, формуляр также состоит из конверта. В правой части формуляра с обратной стороны, если вы хотите что-то пожертвовать, напишите, к чему относится ваше пожертвование. Еще раз, пожертвование – это ваша инициатива. Мы не просим и не требуем. Мы предоставляем возможность участвовать людям. Сколько – это между тобой и Богом, между тобой и Иисусом. Ты спроси Иисуса, сколько, возьми, положи в этот конверт, напиши, к чему относится сумма. И я приглашаю вас сейчас, давайте мы встанем, в молитве поблагодарим Господа и попросим, чтобы Господь благословил нас в наших решениях, чтобы Господь благословил нас в наших решениях, благословил то, что мы жертвуем для Его служение для Его славы. Отец, мы благодарим Тебя за это время. Мы благодарим Тебя, Господь, за благодать Твою. Благодарим Тебя за Слово Твое, которое Ты оставил, через которое Ты обращаешься к нам.
Я молю и прошу Тебя, Иисус, благослови. Благослови, Господь, пожертвования каждого. Я прошу Тебя, Иисус, благослови дар каждого. Благослови решение каждого. Молю Тебя, Господь, благослови тех, которые сегодня ожидают принятия водного крещения, которые задаются вопросом, что сделать, что необходимо делать с своей стороны для того, чтобы жить угодным образом. Молю Тебя, Бог, благослови и помоги тем, кто приняли решение сегодня покаяться, принять водное крещение, и благослови и помоги им в этом процессе. И я благодарю Тебя, Отец, благословляю Твое имя, великий Бог. Аминь. Берем формуляры и ручки, опускаем в специальные ведра для сбора. Группа поможет прославить Иисуса. В ночи бывает, страх наполняет, но со мною Ты. И на исходе моей надежды моя сила Ты. Недостоин я в моих глазах, но Ты, как прежде, благ. Не сдаешься в битве за меня. Не сдамся мне и я, не сдамся мне и я. Ты повторяешь мне обещание, Бог. И непрестанно Ты исполняешь все, что Ты начал, Бог. Недостоин я в моих глазах, но Ты, как прежде, благ. Не сдаешься, не сдаешься. Давайте воздадим ему громкие аплодисменты. Аллилуйя. Спасибо вам, что были сегодня вместе с нами. Мы с нетерпением ожидаем вас в следующее воскресенье на рождественское праздничное служение. Приглашайте друзей, знакомых. Будет здорово. Пусть Бог благословит вас. Хорошей недели.